Яша монстр! Папа! Так, пошли, я знаю, что тебя спасет. Пойдем. А сейчас вы увидите. Бегом в Макдональдс. Классно, любимый мультик. Это вы? Такая яркая коробка. О, я первый. Что у Тимы попалось? Матрешка. Не, я уже не маленький. Пусть Маша свою матрешку выбирает. Тогда показывай, Маша, что у тебя. Рука. И ты ее отдаешь Тиме? Знаете, матрешками можно еще, знаете, как играть? Вместо пасочек. Ну а что, придем на море. Смотрите, у нас уже готовый набор пасочек. Одна большая и две поменьше. Класс, Маша? Да. А у меня такая клевая рука. А ну показывай. Она мне пока-пока. Или привет махает, смотри. Машет, вернее. Подожди, она что, еще и выдвигается? А, да. Ух тышка. А знаешь, что я здесь еще видела? Что? Это карабин. Ее можно вешать на рюкзак. Да, это еще не все. Здесь какой-то включатель-выключатель. А может, она еще что-то на батарейках делает? Вот я это клево. Это мы можем уже проверить дома, да? Да. Ну, рука прикольная. Привет! Вы на канале Тим Витыч. Ставьте лайки. Открываем следующие игрушки. Я первая. Давай, Маша. Крышечка. Это сам граф Дракула. Да. Он такой клевый, посмотрите. Умными. Тебе что туда набрать? Лимонад или какой-нибудь молочный коктейль? Молочный коктейль. Сейчас сделаем. Тим, ну а у тебя еще что? Очки. Чьи еще очки? Мумии. Там мумия нарисована? Да. Супер. А ты можешь изобразить мумию на отдыхе? По-моему, это мумия, которая уже изжарилась на солнце. Ей пора охладиться. На, держи. Охлаждайся, мумия. Шлафи! Было бы чудесно. Так как Шапинин спасет Тиму? Маша, сейчас я тебе расскажу. Во-первых, Шапинин отвлек Тиму от всяких пакостей. Тиму можно